Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП ТВ. Спонсор выпуска Летик Косметик. Продли лето вместе с Летик. Двенадцатого октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В среду погода будет облачной с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, ночью температура от минус 1 до плюс 1 градуса и от 9 до 11 со знаком плюс днем. Оставайтесь с нами на Первом независимом ЗАП ТВ. Thank you.